Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня 24 ноября 2015 года. В этом видеоролике я хочу рассказать вам, почему же я принял решение участвовать в тренинге, организованном Артемом Мельником «Путь миллионера». Во-первых, меня заинтересовал этот тренинг, потому что в составе участников этого тренинга активные люди. Они, значит, вместе со мной проходили многие обучения у Артема Мельника в течение 2013, 2014 и 2015 годов. Второе, значит, и самое главное, то, что я желаю участвовать в этом тренинге, потому что здесь является наставником Артем Мельник. Это человек, который зарекомендовал себя за весь процесс нашего обучения порядочным, высокоинтеллектуальным человеком, и который имеет огромный опыт в инвестициях. Друзья, я очень хочу научиться зарабатывать деньги независимо от состояния в нашей стране, независимо от политики нашего правительства, независимо от кризисного состояния в мире и независимо от политики наших сберегательных банков. Денег я планирую все равно дальше учиться зарабатывать деньги независимо от состояния погоды на земном шаре. Значит, все будет зависеть только от меня, от моих знаний. И учитывая то, что Артем Мельник наставник с опытом, то, что он непосредственно будет нас обучать, и в течение этого тренинга мы должны пройти 1000 заданий, я планирую выйти на ближайшее время, планирую выйти уже на определенный рубеж. Друзья, я хочу в результате обучения в тренинге «Путь миллионера» научиться и получить те знания, которые позволят мне жить финансово независимым человеком от окружающего мира. Я хочу, чтобы близкий мне человек, женщина, которую я люблю, чтобы она была обеспечена, чтобы все ее желания могли быть исполнены, и чтобы я не считал эти деньги, не пытался в чем-то экономить. Я хочу добиться такого положения финансовой независимости, чтобы я мог взять эту женщину, любимую свою, и увезти в город Севастополь, купить там участок земли, дом построить, или купить дом готовый на участке земли на побережье моря. Я хочу с ней путешествовать, и чтобы она не знала никаких проблем, чтобы она поверила в меня. Я не хочу больше слышать таких фраз, типа «ты зажимаешь деньги, ты жадничаешь». Я хочу помогать близким, хочу помогать родным. Я хочу жертвовать больным детям, пожертвования церкви приносить. Вот. И хочу свободно распоряжаться этими деньгами. И не хочу ни от кого зависеть. Чего и вам желаю. Друзья, удачи всем. Привет.